Блин, что-то мне даже стики покупать не хочется, потому что... А, почему у меня пудж? Пудж, дай мне соло постоять. Я уйду, братик, но дай мне чуть-чуть опыта ты это. Вот в этом-то и дело. Как раз таки вопрос в опыте. Потому что он у меня стоит, и он ворует у меня экспо. В этом-то и косяк. Только не умри, брат. Не-не-не, ты чего? Все под контролем, да? Конечно, против Винги и Луны стоять, они с левелами будут очень много урона иметь. Это будет очень тяжко. О, обманул Луну. Ну вот видите, в чем проблема? Я не получил до сих пор второй уровень. Попробую. Давай. Можно будет убить. Конечно, можно, если попадешь. Попал по другой. Проверяй. Воняй. О, стан в крипа был. Этого тоже. Давай. Ну, конечно, давай, брат. Давай. Красиво. Забирай, давай. Он меня слышит вообще или нет? Я тебе флажочку поможу. Держи. Блять, он вообще... А ты меня слышишь? Конечно. А, все окей. А то у меня такое ощущение, что он сам с собой базарит. Я сбегаю за ромкой. Давай, брат. Стрей. Помоги завести жигуль. Ви-в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 и. Сука, не заводится. Давай, заводи. А, и все, ты слабенько заводишь жигуль, спасибо за донат. Ну что, братишка, работаем еще? Конечно. Пока мы хоть. Любого. РВГ с кудесом, ляль, ты играет открытые квалы, почему тебя я не знаю. Взяли? А? 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 Ну и как обычно, ты собака. Этого можем еще? Нет. Как-то нет. 3 секундочки. Че, ты по тавру прям? Да. Фу, блин. О, я сейчас умру, слышишь? Я умираю. Нет, бывает, смоки брат. Спасают. Что? Ты смог пойдем нажал? Наш райн. Конечно. Какой же пойдем ты жесткий, райн. Боже. Я тоже иду, положите меня. Сейчас, и меня ждите, я тоже подойду. Спасибо большое за донат. Я уже отвечал на вопрос, почему я не в РВГ, потому что а когда меня туда звали, я спал. А когда я проснулся, они уже собрали всех, потому что сам ждать меня я проснулся нет. Очень поздно. Вот и все. Ой-ой-ой, тут же рунку можно урвать. Ладно, пойдем лидера. Пойдем. Если быть наш, в принципе. Вот вам, ребята, 3-400 рейтинга. Сапожок купить было бы хорошо. Ну давай, бери сапожок. Ну он тебя видел, там вард. Да. Ну слушай, вот тут на токе вкусная рунка есть, я возьму сейчас, и все будет хорошо. Да. Так, я тоже хочу взять вкусную рунку. Вот эту вот. Ага, нельзя. Короче, прикольно, ребят, счет 6-0. Мы с Падж... Ты смотри, еще кто. Стан в катапульту, подожди. Ага, не задумывался. Ну тут Рики, сейчас я вардик куплю, и все нормально будет. Хорош. Нормально, мидер на ром еще пуджа. Все замечательно, парни. У меня луна ушла куда-то, и винга тоже. Так, ну винга с Кларку что-то там это выпивает. Я не знаю, вот попробовать может ее ну, убить, а может просто по-любому-то постоять. Вообще, конечно, хотелось бы вингу набрить с этой линии. Стрей, здорово. Здорово. Не танкуй, крипа. Думаю, голос знакомый. Ну ладно. Ладно. Ты будешь вытягивать тут винга? Он сейчас вернется. А мне нужно вардик поставить туда вот куда-то. Не, уже я думаю не надо туда вардик, потому что они все ушли с этой линии. Можно пушить ее. Я квиллу сейчас включу. Ну ладно, я тогда поставлю. Лучше за башню поставь туда, ты понял? Конечно. Он туда куда-нибудь. Смысл ставить перед башней, если они тут вообще а не обитают. А можно будет, смотри,
Если есть деньги, конечно. Блин, да чё вы все такие адекватные? Какие-то можно с интрии, ребят, это как это вообще? Почему еще никто не срется? Хорошо. Сало, пойдем попробуем его. Или он чего, и он ушел. Задроты. Ой, задрот. Блять. Я опять мискликнул. Пойдем того. Первый. У меня сейчас смоки приедет. Не скликнул по крипу. Я могу дать проказ, в принципе. И на бот, на топе руна еще. Блин, как они? Да хватит, ребят, чего вы такие адекватные? Вы можете там это успокоиться? Блин, у тебя фрифарм? А, она в лес ушла, проститутка. Ладненько. Ты ничего, я сейчас спушу башню, и они все сюда придут. Вот это больной крип. Вот куда он побежал? Шлюха, блин. Ну, на самом деле, ребят, так и должно быть, потому что когда ты пикаешь 5 керри, то ты обычно насасываешь. Спасибо. Сентрю поставила. Лянь, какая крыса. Все, дайте я сапог куплю. А куда ты? Подожди, это тоже как бы сюда. Короче, ребят, тут на топе что-то много. Бля, а чё, центриков нету вообще? Тут. Ой, бля, обсервер. Я могу по... Бля, давайте я... Я отошёл, короче, на топ Рики прилетел, если чё. Баунтос есть? Есть, хорошо. Просто когда ты пикаешь 5 керри, ну да, окей, у тебя есть суппорт типа винга, но тяжело. Но зато, если это прокает, если они в 5 керри начало игры будут выигрывать, то потом вообще полнейшая жопа будет. Поэтому хорошо, что начало мы забрали, но еще все впереди, мне кажется. Правда, нет. Блин, а зачем мне вообще Линкин Сфера? Такой вопрос. Жигуль завелся. Поехали. Красава. На 3.5 км. Едем, братишка, уже подъезжаем. Стоп, спасибо, мне кажется, за донат. Там варт разбили или что? Не, линка мне, да, в этой игре вообще, по-моему, не нужна. Я оставлю Персеверенс, пусть он регенит мне там хп ману. Так, ну этого они без меня убьют, я думаю. Башню крипы сломали. Куда вы идете? Отдайте кач. Куда вы уводите? Вон он убежал. Ух ты. Все, я знаю, куда идти. Пошли на шоу. О, побежали на шоу. Тут еще кто? Тут воет, парни. Помогите! Тильтед. Лечо, лечо. Давай, давай. Вытянешь, прыгнем сразу. Ребят, сейчас мид зайду на ган. У меня дастики есть. Блин, Рики пятый, с каплями. Маны нету, можешь дать ботл, пожалуйста? Дастики нужны будут. Ничего, ничего. Есть, есть дасты. Есть дасты, да. Давай. Все, я на топ к войду пойду. Да, сейчас я уже подлечу уже. Я замашен. Как раз против тролля я. Так, сейчас баунтоси. О, ты со мной? Ну давай войда брать. Обходи Сайлентер, слева, обходи слева, на... я со спины зайду. Стой. А ладно. Жри его. Хорошие жуки. Не попал. А, опа. Ну вопросов нет. Ты в опен квалах не участвуешь? Нет. Я вообще в квалах не участвую. И не в опен, и не в клойзет, и ни в каких вообще, братиш. Не в этот раз. Спасибо за донат.
Блин, откуда вечно крипы появляются? Короче, прибегают какие-то по полпачки, непонятно вообще с какой линии. Так, ну все, драгонлайнс есть. Давай на меня. Ой, ну ты это. Кто вас ходят? Помощь мне будет? Будет. Ты один там? Там. С Рики. Его. О-о-о. Точно Рики там? Да, только что вон, я пиздец, смотри. Гоу сейчас его. Блять, вы будете драться, алло? Или они меня убить хотят? Если сейчас просто Рики выйдет, то будет очень печально. Чё, здесь что-то? Всё, понял. Давайте мид спушим. Ребят. Блять, здрасте. Один крамб. На топе волшебство. По-моему, надо в дезолятор идти. Я не вижу смысла делать линку, потому что у врагов на пятерых, по сути, один стан винги. Ну, еще бимчики от луны есть. Но ради бимов собирать линку это бред. Поэтому в этой игре можно и без линки играть. Слушайте, я сейчас подойду. Привет, ребят, всем, кто только подошел, вижу в чатике, здоровайтесь, это первая игра, мы только стартанули. Стримец, по сути, спасибо, брат, красиво, красиво играешь. Тролля можно еще намять. Ну, они впятером в миде, ломай низ, кто там на низу. Почему они впятером в миде, только такой вопрос. Им качаться надо, у них в команде 5 керри. И они все в миде стоят. Интересно. Что-то какие-то дерзкие ребята. Луна решила на меня напасть и уж сразу убегать. Нифига подобного. Напал, так дерись. Стрей ботинок забыл. А мне не нужен ботинок. Я либо ПТ делаю, либо я не делаю вообще ничего. Потому что просто покупать сапог на вивера смысла нету. То есть либо ты уже делаешь ПТшечку, либо ты не делаешь ничего. Так, лайдец на топе. Надо пойти решить пару вопросов. Да, давайте бот спушим, я вард поставлю. Давайте. За тавр. Сансер, может ты лучше меда скупишь, а не ерунду, которую ты собираешь? Ну как бы в его случае тоже медасик, намного полезнее купить не ПТ, а медас. Вот серьезно. С мидасом ты просто выфармишь много. А с ПТ нет. Это Shadow Blade на тролле или как? Или тролль в тупую подошел и набил лицо. Выходит, что в тупую набил лицо. О-о-о-о-о-о. Так, ребят. Так не отдавать? Там очень-очень это хитрый план был. Купола и ульта луны нету. Разобрали меня в три ульта, но бывает.
Так. Мы влетели, въебем, ребят, надо пушить. Ну конечно, надо пушить. Давайте пушить. На самом деле он прав, то что мы проиграем в лейте, это очевидно. Сейчас я. Надо выхукивать, они денайль будут. Покрась. Убить их всех за это. Как ты задоджила жука, скажи? Тяни следующего. Хорошо. Можем на Т2 пойти? Да, Т2, Т2. Го-го! Иду я. А что у нас с Найксом вообще? А, у нас Найкс Мид качает. Сейчас датчики придут. Ломаем, блин, ну нам нужен Найкс какой-то. Найкс не готов. Потому что без Найкса, как то знаете, не ломается. Там опять какой-то замес. Тяни его сюда. Сейчас купол поставит. Странно. Обычно, ну, походу на него сало на нем висело. Вот потому что обычно ты там бизнишь, у меня лесу говно и баны. Тихо-тихо, че ругаешься? Бля, стой крипа, одного он добил, второго добил. И смысл тогда с вами? Тинкер, кто? Я что? Пожалуйста. Да. Ну, мне дезолятор нужен, чтоб пушить лучше. Спасибо большое. Куда он пошел? Че, никого? Блин, откуда они их достают вообще? Этих героев? Он засранец мой вард забрал. У меня есть вард, пойдем поставлю. Ну, блин, какая-то очень наркоманская игра. По сути, как любая первая на стриме. А, все. А как-то надо разбить. Чего ты стесняешься? Бей. Так, ну с дизолем уже поинтереснее ломать. Что, пойдем по миду? Пойдем по миду. Хоста снизу, заберите кому надо. А я возьму. Базару нет, крусос, я хуй больше с вами пойду. Запомните. О, ты обиделся. Только что у меня главного гриба спиздил подошел. Я чё, блядь, вам всем пара, это, блядь. Вот и все нахуй сало пусть идет. Говно, ну, понял. Дефолтный пес. Агент. Я сейчас радик сделал, уже все спокойно. Еще фидить пойди. Я не фидер, в отличие от вас, ГДАС. Ага. Я, бля, вышел, вам помог, пошел в лес фармить, вы еще нагло пошли в лес, у меня грибов пиздец. Ну че, блядь? Ну все, мы игру заканчиваем. Сейчас все клипы важны. Подолжу пушить, ебанулся что ли? Ну лес все пушим. Все пушишь. О, еще один обиженный. Блин, я заметил, каждый да день стабильно не несколько обиженных имеет. А я умер, пацаны. И чё, у меня фарма нет на изилайне стояла, ничего. Или это означает, что надо у меня фарм продолжать пиздить после этого? Один. Смысл тогда я фармить пытался, если они меня сейчас обгонят из-за вас. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, у меня КД, братцы. Окей, нормально. Да все, отходите, пойдем в топ забирать. Я, наверное, не медас, глиммер какой-то соберу. Да, хотя это соберу. Такое. Так, пес, иди на топ. Собака, иди на топ, мы пушить будем. Собака не пушит она. Она в лесу хуй сосет. Собака, хватит хуй сосать в лесу, иди к нам на топ. 5 мутов, 4. Так 5 или 4? Сам иди нахуй. На топ иди, пес.
Можешь вот туда прыгнуть, пожалуйста, чтобы варги... Да иди сюда, собака, я говорю тебе, хватит фармить. Все, прыгай оттуда. Так, ну чё мы, может, будем? Да, будем пушить. Если вар только поставить... Ничего не думаю. Хреново, чё, для тех, кто новые аккаунты мутит. Неприятно. Ну и ну вас нафиг. Собака, ты тут? Пёс. Пес Вардик, привет, на ХГ поставлю. Пес, иди сюда. Блин, 2900, линку покупать смысла нету, чё мне купить вообще? Надо через минус зайти нам. Через что? Может, через Рошана зайдем? Как вам идея? Давайте, давайте. Вардов вообще нету. А нам не нужно варды, нам надо Рошана убить. Пойдем, 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 Рошана быстро заберем. ДДХ, плиз. Ну ладно. Сожри его, жри его, жри его. А сбили легко? Конечно. Сейчас я сожру. Бля, бля, меня спасайте. Ребята! Рики, тут Рики. Вот. Ой-ой-ой, я не в куполе, а Рики в куполе. Нет, смотри, оставил. Или умер. Давай, давай, попробую. Ага, тут Сентряс стоит. Я так понял, они хотят Рошана убить еще? Кто-то. Я тут. Им, бля, по-человечески вышел с леса, помог этот, продолжает меня стелить лесу. Собака, Гопный, иди к нам. Заткнись, блядь, собака. Блядь, два баша подряд. Ты больной совсем? Мне помощь нужна. Так, ну знаете, немного игра усложняется, потому что у нас теперь мы играем вчетвером против пяти керри. И самое интересное, что наш керри минуснулся. То есть у нас керри обиделся, купил радианс и стоит АФК фармит лес. Вот, то есть как бы это усложнение игры. И так у врагов 5 керри, еще и минус наш керри. Замечательно. Так, ну что, стиканы пока продадим. Возьмем Demon Age. Но это, скорее всего, не МКБ. Подожди, вот он. Я, скорее всего, Дейдалус сделаю. Гол повоюем. Погнали. Пойдем в лес. Пойдем. Да нет. А на торпе ДДР. Слышишь? Какой герой? Лина. Луна. Го. Тут варды у них. Она вообще неадекватная на голову. Это что было, я не знаю. Я даже жуками в нее не попал. Варды, она больная на голову. Пожалуйста. Сбейте варды там. Просто неадекватная сейчас. Лина. Ну бля, я не один. Луна, точнее, не Лина. Там тролль, смотри-ка. Вот засранец. Так, а чё у тролля? Тролль ничего пока. Не имеет. Я сейвлю, давайте. Давай. Сейчас знаете, чё замучу? Вот так вот. Два. Всё нормально, купола. Красиво. Нет. Там вард стоит, центряк там будет. Ну да, держу в курсе. Вот они, вот эти ребята. Все, он приехал. Красиво. Сожру его. Иду.
Блять! Беги оттуда. Ай-яй-яй. Пиздец, развели на ульту луну, красиво. Никак не развели, бля, меня убили. Ну да. Пойдем вардики заберем. Сделаю Дейдалус, потому что рапиру я не вижу смысла делать, так как там 5 керри. Если я отдам рапиру, то это ГГ будет сразу. А я ее могу отдать, потому что там купол есть, там Рики с тучкой, там свапчики всякие, поэтому лучше не рисковать в этой игре. Блин, а у нас как собаки. Как вы думаете, если лайфстиль репорт кинем? Так кинем, конечно. Можно скинуться, почему нет? Конечно, скинемся. В ЛПХу пойдет. К своим друзьям туда. К собакам. Собаку к собакам. Блин, вот прикольно было бы, если бы в ЛП кидало именно вот таких вот дебилов к таким же дебилам. То есть я понимаю, бывают надо люди играют в ЛП, у них там у кого-то инет отлетел, кого-то чуть просто зарепортили, просто так. А именно вот было бы классно, если бы вот такие собаки играли с такими же типами, которые вот как вчерашние Энигма, например. А я жирный, то смотрите как. То есть именно, чтобы все были вот такие ребята. Мне как бы они вообще вместе там сработались. А это собака убила сейчас? Ну да, собака там нафармил парень. Ой-ой-ой. Пожалуйста, заберите по-быстрому. Пожалуйста. Да мы все заберем. Ладно, сам. Пришло самому, да? Конечно. Ну, на самом деле, игра уже закончилась. Какая-то вообще, вот я больше всего такие игры не люблю. Причем эти игры на любом рейтинге бывают. Это игра, когда ничего не происходит. То есть, по сути, 28 минут игры, а ни одного тимфайта не было, потому что у врагов пик из 5 керри. Ну, как бы, если купол и ульт луны можно назвать тимфайтом, то это, да, тогда тимфайты были. А так, по сути, никакой драки 5 на 5 не было нормальной. И в итоге, что мы имеем? Крипы не подойдут. Просто побегали, пофармили, в соло поубивали какую-то луну, какую-то винду, и все. Просто как можно вот такое пикнуть на 3-400 рейтинга? Ну, то есть, там, по-моему, даже на 1,5 косаря рейта, когда играешь, такие пики, их не бывает. Ну, бывает там 4 керри, бывает там 3 керри, но суппорт один, но он есть. А в этой игре просто, даже винга, я не могу сказать, что это суппорт, потому что она вообще ничего не делала, то что должна быть. Да заебал! Просто они ж сами, наверное, сейчас блюют сидят, потому что, ну как это можно играть, когда просто ты всю игру сосешь и у тебя падает трон. И то же самое мне, как бы ты против них играешь, бьешь крипов, бьешь базу, классно. Вот драка начинается. Я попробую чего-нибудь. А попробую. Могу, ничего не могу. Оп, наметилось. Мисс. Не? Пойду схожу за рапиросиком. Давайте. Все равно сейчас мега крипы, в принципе, уже, даже да. Если я фидану, ничего страшного не будет. Вот, баунтосик берем. Блин, ну они хоть одну башню сломают. О. С дабл тычки может одна из тычек миссануть, конечно.
Могут обе мясануть, я тебе больше хочу сказать. Ой, ой, ой. Что творят? Спасибо за игру, парни. Спасибо, спасибо. Привет, Стрей. Скажи, веришь ли в камбэк Ранды? Ты собака, я собака, ты собака, я собака. Так, поехали дальше. Шмоточка приехала. Ну, замечательная игра, просто офигенский.